Всем пламенный привет, с вами снова Герон, и сегодня у нас очередная серия новые рубрики на канале. Ну как новые, у нас уже шестая или пятая серия «Моды без модов». Как бы это абсурдно ни звучало, как такое возможно, вы спрашиваете меня. Сегодня мы будем говорить о разных интересных вещах, которые можно сделать без модов. И сегодня, прямо-таки без обычных модов, мы полетим на Луну. Но тем не менее, эти возможности командных блоков и команд настолько потрясающие и поражающие воображение, что все это похоже на обыкновенные моды, привычные нам. В общем, вот и получается, моды без модов. Если вы не поняли, я вам расскажу в следующий раз. Так, окей, для начала нам нужно вбить хитроумную команду вот сюда, вот так вот, сказать «Done». Потом нажать на кнопочку и начинает строительство машины. В этой машине прописаны все необходимые команды. Что интересно, есть специальный софт, который позволяет из набора разных команд и сделать вам одну единственную вот такую красивую машину. Прям-таки махина получилась. Обалденно. Вот, и в результате этот софт, утилиты, сделает вам одну большую команду, с помощью которой будет строиться вот такая красивая машина со всеми необходимыми командными блоками и командами. В общем, это круто. Окей, и это очень модно в последнее время. Дальше. Нам нужно немножечко стекла. Как его называют? Ступеньки. Дальше нам понадобятся железные блоки, уголь и вот так вот несколько материалов. Все эти инструменты я и материалы оставлю вам в сундуках, чтобы вам удобнее было потом попробовать все самому. Окей, кидаем сначала ступеньку и стекло, получаем первую часть. Это кокпит, это, наверное, вот эти дюзы или сопла, я не знаю, что это такое, но, в общем, это запчасти нашей ракеты. Дальше мы получаем вот эта ячейка с топливом. И вот это получаем, по-моему, это морда. Да, она называется Rocket Thruster. Я не знаю, как это называется по-английски. Дальше, вот эти три части, которые мы только что с вами получили, нужно тоже кинуть на землю. Вот так, кидаем вот эту и вот эту. Хопа, получаем яйцо, Rocket Ship. Но этого мало. Давайте сначала теперь положим все ненужное вот сюда. Вот так вот. И забираем следующие материалы. Причем нам теперь нужно построить площадку, с которой будет стартовать наша ракета. Чувствуете, как меня начинает лагать и тормозить? Это потрясающе. После того, как мы построили машину, начало все притормаживать. Давайте мы поставим видимость и дальность прорисовку пониже. Также для того, чтобы вы видели все частицы, не забывайте заглянуть в видеонастройки и включить отображение частиц. Вот так, Particles On. Тогда вы все увидите. Так, альтернативные блоки не надо, наверное. Я не знаю, что еще можно улучшить. Дальше. Строится крестик-то вот так вот из адских кирпичей обычно. Вот это блоки железа ставим по краям. И для того, чтобы все работало, вам нужно в точности построить конструкцию точно так же, как у меня. Вот это у нас гладкий андезит. Кстати, конструкция работает исключительно под Майнкрафтом версия 1.8.3. Может быть, он будет работать под версией Майнкрафт 1.8.4 или под каким-то другими, но я не уверен. Дальше, вот сюда, в эти части, вот эти углы, нам нужно поставить железные решетки. По 3 штуки высотой каждая. Аккуратно, вот так вот. Вот так вот. И нужно еще поставить вот так вот. Теперь, сейчас мы организуем день. На самом деле для работы механизма время суток не имеет значения, но так вам будет просто виднее удобнее. Дальше правой кнопкой клацаем и отлетаем в сторону. И нам говорят, что я забыл достроить конструкцию неправильно. Конечно же, нужно еще вот так сделать. Ставим ступеньки из адского кирпича. Они должны смотреть вниз, вот так вот. Слушайте, удивительно. Первый раз, когда я тестировал эту машину, таких диких лагов нету. Но иногда бывают лаги, извините, ребят. Это обычное явление для всяких очень крутых редстоунных механизмов. Хотя здесь редстоуна нет вообще. Это скорее командный механизм. Вот так вот. Вот теперь я достроил точности. Все, вот теперь все правильно. Теперь правой кнопкой мышки клацаем сюда, отлетаем. И вот эта штука должна превратиться в ракету. Есть! Теперь самое интересное. Нам нужно войти в режим выживания обязательно. В креативе это просто-напросто не работает почему-то. Game Mode 0. Вот так вот. Теперь включаем F5, чтобы хорошо все видеть. И правой кнопкой мышки клацаем. Нет, вот я сказал, вот куда-то вот поближе встали. Есть. И клацаем куда-то в центр ракеты. Самое интересное, что как бы я ни крутил камеру... Куча частиц, куча лагов, все хорошо. Все, мы взлетели.
Самое интересное, если вы обратили внимание, у нас внизу слева в чатике отобразился отчет времени, все как полагается. Сейчас мы должны взлететь на 270-ю высоту. Более того, здесь есть Луна. Все как полагается, мы на ней сможем высадиться. И сегодня я еще вам покажу, как вернуться с этой Луны. Обалденно. Не, ночью, конечно, это выглядит как покруче. Ой, что это я делаю? Все, она начала распадаться. Сейчас она потемнеет, ракета. Давай. Нет, мы... Все, мы долетели до места, отлично, видите? Потемнел экран. Значит, мы вылетели в космос. Мы преодолели... Как его называется? Силу мировой тяжести, гравитацию и атмосферу. И мы летим покорять космос. Единственное, чего сюда, конечно, не хватает летающих тарелок и зеленого человечка для полного счастья. Все, пошел процесс. Вот в этот момент сейчас будет создаваться Луна. Пока мы будем любоваться на эти огненные частицы. В огромных количествах. Во, отлагало. Все, лаги закончились. Интересный механизм. Там-там-та-та-та-там-там-та-та-та-там-там-там-там. Сейчас появляется ракета. А давайте мы F1 нажмем. Ну, так будет интереснее выглядеть. Сейчас несколько нужно секунд подождать. Не волнуйтесь, ребят. Механизм работает хорошо и правильно. И ракета сейчас появится. Все, есть, появилась. Все, она начинает приземляться. Изображение почему-то дрожит, но это, видимо, какой-то баг. Возможно, это баг, кстати, связанный с какими-то багами самого Майнкрафта. Довольно интересно. Мы по-прежнему не можем крутить камерой. Она возвращается в исходную позицию. По сути говоря, это, знаете, есть такой мод Galaxy Craft, который тоже позволяет летать на ракетах по разным планетам. Я так понимаю, что разработчики вдохновлялись именно этим модом. И получается Galaxy Craft без модов. Ничего устанавливать даже не нужно. Ой-ей! Здрасте, пожалуйста. Забавно, Луна каждый раз появляется разная. Но! Смотрите, как я хорошо прыгаю. Ей! На Луне же слабая сила гравитации, и в результате там можно прыгать, как кролик. Для того, чтобы выбраться с Луны, нам нужно просто смело прыгать вниз. Хорошо, если у вас будет вода внизу где-нибудь. Иначе вы просто разобьетесь насмерть. Сейчас проверим. Ей! Мне удастся упасть куда-нибудь. Нет, ничего не получилось. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и слетали в космос. Благодарю за просмотр, за подписку и лайки. Ну там, давайте мы соберем 500 лайков. С меня, значит, карта с этим девайсом. И буду делать, пилить и готовить новую серию с новым интересным механизмом. На самом деле, автора я уже забыл. Поэтому не без сути. Где-то нарыл в интернетах всю эту красоту и, как всегда, вам показал вам. Всем удачки, всем пока. Благодарю за просмотр. Пока-пока. Удачки всем.